Приветствую всех, кто меня смотрит. С вами Марина Казакова. Сейчас я сделаю распаковку и небольшой обзор вещей, товаров с Алиэкспресса. Так, начну вот с этого пакета. Смотрим сейчас, что там. Я уже примерно догадываюсь, что... А нет, здесь ленты. Думала, фатин. Фатин ждала. Так. Ленты для рукоделий. Здесь ее много. 10 ярдов. 9 метров. Смотрите, какая красота кружевная. Ширина 5 сантиметров. А длина 10 ярдов. То есть это получается 9 метров. Ссылку на нее я оставлю в описании под видео. Довольно-таки качественно. Это я покупаю... Кто смотрит мой канал, уже в курсе, что я шью куклам платья для отделки. Вот я купила специально широкую, чтобы ее можно было разрезать, чтобы она вот стала вот такая. И что-нибудь ей обрамлять, подол, для, можно даже и ворот. Симпатичная, нежная, довольно-таки кружево, довольно-таки такое плотненькое, приятное. Для отделки очень даже хорошо подойдет. Так, следующая посылочка. В это пришла голова. И она какая большая. Упакована еще в целлофан. Голова монстра. Мне так она понравилась на фотографии, решила заказать. Так, сейчас надо как-то аккуратно эту целлофан убрать. Не знаю, к какому телу ее приделать. Потом посмотрю, может, отдельно придется что-то заказывать. Смотрите, какая красота. Мейк такой четкий, все хорошо прорисовано, глаза очень выразительные. Цвет лица, как видите, смуглый. Я вот с телефоном только-только начала на него снимать, поэтому не знаю, как еще правильно показывать. Наверное, вот так вот. Так должно быть видно. Носик такой приплюснутый. Интересно, снизу смотрится, как, знаете, вот когда чертенят рисуют, такие у них носики поросячьи. Клыки нарисовали. Очень симпатичная монстряшка. Ушки торчат. Вот какая чертовка появилась у меня дома. Волосы. Волосы густые, красивые. Смотрите, какие густые. Прошивка, наверное, она стандартная прошивка. Довольно-таки редкая. Ну как, видите, как через какое большое расстояние. Но волос не пожалели, поэтому они, конечно, очень густые, волнистые, приятные, мягкие, блестящие. Очень красивый цвет. Шатенка. Вот под цвет стола, и поэтому они даже как будто вот не сказать, чтобы сливаются. Цвет, если честно, другой, чем на камере. Он более насыщенный. Он более такой, вот такого, как цвет моренго. Такого дерева. Вот знаете, когда его морилкой покроют. А здесь показан он какой-то такой более светлый, более русый. В реале он совсем другого цвета. Камера почему-то не передает родной цвет. Скулы такие красивые. Может, вот так вот надо вам показывать? Скулы красивые, такие высокие. Красивая голова. Вот есть у меня одна девочка. Я сейчас ее даже сниму. Мулаточка. Не знаю. Вот, так они по цвету-то практически подходят. Вот и буду их периодически менять. А можно отдельно тело купить на Алиэкспрессе. А если что, можно и менять тело. Ну, посмотрю там уже.
Очень интересная голова. Я так ее ждала. Долго шла, месяца два. Очень симпатичная. Теперь покажу кружево. Кружево очень красивое. Я его получала давно, распаковывала давно. Оно нежное. Само кружево довольно-таки жесткое. Видите, на красном фоне такие золотистые синие цветы. Очень ярко, очень красиво. Сшью какое-нибудь нарядное платье своим куклам. Материал сеточка вверх. Ну, а тут уже шитье. Это даже не столько, наверное, кружево, сколько фатин и шитье. Потому что вот эта сетка, она больше напоминает фатин. Очень красивая. Тоже здесь я купила один ярд. Ярд это 90 сантиметров. Иногда чаще всего больше делают, отрезают. Но когда, если существенно меньше, то я пару раз спор выигрывала. Теперь вот это уже настоящее кружево. Это кружево стрейч. Очень удобно с ним что-нибудь шить куклам. Потому что не нужно никакие липучки делать. Кружево довольно-таки широкое, сантиметров 15. Тоже здесь ярд, 90 сантиметров. Кружево, как видите, такого нежного розового цвета. Очень приятное для глаз. И по ощущениям оно тоже такое нежное, такое приятное. Оно немножко блестит. Красивое кружево. Конечно, можно использовать. Кто-то шьет нижнее белье для себя. Кто-то использует как отделку для какого-нибудь там платья. Модно сейчас эти кружева, даже джинсы ими, ну, украшают, так сказать. Удлиняют блузки, даже свитера удлиняют. Сейчас как-то это, вот смотрю, так это как бы модно, в тренде, как говорят. Так, также хочу показать вот такое вот шикарное кружево. Оно по принципу первого, то что вверх фатин, такая сетка тонкая. А низ уже идет шитье, цветочки серебристые и такого розового цвета. Они розовые. И в сочетании с черным смотрится очень нарядно. Это кружево, оно уже не такое жесткое, как которое было на красном фоне. Низ сделан в виде таких обрамлений красивых. Но вот это кружево мне пришло браком. Поэтому, конечно, я по нему выиграла спор, и оно мне обошлось бесплатно. Мне полностью вернули за него деньги. Потому что видите, как тут сделали. Так, не, такое не должно быть. Оно должно быть цельным куском. А не так, что как будто сшито из двух кусков. Да еще вон как. Поэтому кружево замечательно. Бесплатно это всегда прекрасно. Что-нибудь да придумаю своим куколкам. Какую-нибудь красоту сошью. Может, смотрят меня грамотные люди, посоветуют для смартфона программу по монтажу, чтобы я могла уже в записи показывать, как я шью наряды своим куколкам. Теперь вот такое вот замечательное, вообще нежное, красивое, сиреневое кружево. Камера очень четко передает этот цвет. Какой он прямо настоящий. Вот такой вот сейчас вот вы его и видите. Это сетка довольно-таки плотная, блестящая, прочная. Это не стрейч. Кружево не тянется. Поэтому если что-то шить, то там уже нужно будет применять липучки. Они, смотрите, какой шикарный. Нежные такие цветы на сиреневом фоне. Золотистый и голубой цвет. Ажурные такие эти цветочки. Большие цветы выполнены в стиле. Ну, это как гладь называется, вышивка. Ну, а здесь уже это, конечно, все машинное. Ясно, что не ручное. Но смотрится, конечно, очень замечательно. Красиво. Тоже здесь, в этом куске у меня ярд.
то есть 91 сантиметр. Низ тоже, конечно же, очень оригинальный, благодаря этим лепесточкам выполнен. И получится очень красивое. Я вот на юбку кукле, я просто вот полностью вот этот кусок использую. Так вот собираю. Но, наверное, я все-таки немножко вот так вот отрежу, чтобы был еще верх такой же. И юбочка получится вот такая широкая, солнцем, что когда куколку посадишь, и эта юбочка будет около нее очень красиво вокруг нее смотреться. И вот из всех из этих красивых кружев я, конечно же, им все равно сошью вот таким красивым юбочкам. Ну, а вверх там уже насколько моей фантазии хватит. Под юбник у меня тоже есть материал. Специальный купила. В секонд-хенде покупаю для куколок. Там за 10-15 рублей такие красивые тряпочки. Я, может, даже потом видео сниму. Но это, конечно, чисто, чтобы для них что-то шить. На подъюбники, наверх. Или как самостоятельную какую-нибудь вещь. Очень там хорошие продают. Так что, если кто куклам тоже шьет, имейте в виду, можете покупать в секонд-хенде очень-очень дешевые вещи для поделок, для переделок. Вот такие сегодня у меня распаковки с обзором. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, что вам понравилось. Делайте репосты. Ссылки будут под видео. Смотрите, кому интересно. Я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам хороших покупок и до новых встреч на моем канале.